Всем привет, с вами Пикл Хилл Рэй Хигаш, и мы продолжаем прохождение Outlast Свидетель. Вот так вот, сочетаем, блин, английские и русские названия. И продолжаем тупить уже меньше, потому что ключ взяли. Прошлая серия была ужасна. Ужасна во всем. Начиная то, что он творил, кончая то, что я делал, блин, сам. Давай, заходи уже сюда, заходи. Гостем будешь. Нас тут нет. Нас тут нет. Сволочь идет тупо назад, просто тупо назад. Так, и мы можем пойти тупо назад, по идее. Бежать, 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 нахер, бежать. Прыгать-то, да какого хера-то, блядь? Почему он, блин, не подтянулся в эту хрень? Сам виноват. А если так, тебя обманем, дурачина ты. Ай, собака это там. Просто нахер убежать. Давай, давай, залезай. Хорош. Батареек нихера нету. Надо экономить. Куда этот ключ-то применить-то можно? Ура! О! Слышь, что это за нахер вообще? Не, ну что это за фигня вообще? Полный. Что за херотень?
одинок. If this is you on the honeymoon, I hate to imagine. Anniversary. Hold still. God damn it, what are you? Damn it, darling! Хер тебе, сам виси, ублюдок. Нет, нихера. Гуляй, Василий, блин. Нахер. Хорош. Хорош. Че он творил, сука, смотрите. Он мертв, врач-любитель, будущий отец, муж, его кишки порваны на кусочки и вытащены из его живота. Я стараюсь не смеяться. Боже, Лиза, я клянусь, что стараюсь. Ну, это сложно, да, действительно. Сучонок, блин. В общем, язык-то поворачивается, врачом называют. Сохранение-то не к добру. О, не к добру. Нифига себе, там горит что-то. Крайне батареек нема. Вот. Видели там кого-то, да? Какая-то собака прошла. Корпоративные полицейские наемники, честные военные подрядчики, как бы вы их теперь ни называли, они так же беспомощны, как и остальные из нас. Нужно выбраться, сбежать. Я сбежать согласен. Я только за. Там их Валеридор убивает, надо было глянуть, кстати. Наверное. Дорогие господа, главная основа работы – обеспечить благополучный выход Рудольфа Верники из структурных финансовых систем лечебницы Mount Massive. Его возраст не должен вызвать никаких подозрений среди сотрудников и подрядчиков, среди которых его прозвали «Хранитель склепа». И с юридической точки зрения он умер несколько лет назад. Я понимаю, что перевод пациентов 14-308-8, 14-279-1 и 14-86-8-1 уже запланирован. Мы все ужасно взволнованы из-за очевидной потенциальной прибыли нового проекта. Мои свидетели изучили файлы Верники и не нашли никакого понимания о тех трех с осознанными сновидениями. Я думаю, мы можем с уверенностью предположить, что Веникой был слишком отвлечен частичным успехом пациента Билла Хоупа, вместе с его собственной немощью, чтобы заметить настоящее открытие прямо перед носом. Даже минимальное использование этих ресурсов трудно переоценить. Я только надеюсь, что новое здание хорошо защищено для женского персонала. Тогда я смогу увидеть результат собственными глазами. С уважением, Хелен Грант, Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерков.
Храпаться и мерков, блин. Проклятая больница, мать ее. Ну бывает, да. Не все же, блин, вам убивать. Собаки. Вот я, кажется, назад иду, не? Мне дверь была бы открыта. Наверное. И сохранения бы точно не было. Ёперный стейк. Это то окно, через которое влез наш главгерой, да? Или рядом совсем с этим местом? Это то окно. Да какого хера оно не разбито? Почему? Я вылез отсюда нахрен. Региональный директор Мехтов, объект Зейчхенр. Предупреждение. Протоколы безопасности на высоком уровне. Химические и фармакологические способы ограничения адаптированные отдельные изобретические камеры должны использоваться на протяжении всего времени перевода. Химическая стимуляция настоятельно рекомендуется среди всех сотрудников в 500 метрах от пациентов. Попытки общения следует игнорировать и воспринимать как галлюцинации. Искажение лица не следует рассматривать как признаки потери восприятия. Они физически не видят, но они не слепы. Заменка. Стандарты безопасности проекта Валейдер не относятся к пациентам 14306-8, 14207-9-1, 14868-1. Новые стандарты безопасности будут определены и соответствующие протоколы будут назначены. Твою же мать. Вот так вот. Я помню эти помещения. Может, мы сможем выбираться на улицу, на волю? Да, скорее всего, нас убьют. Значит, первой части как бы не было. Но... скорее всего. Как ты, кстати, ногу-то починил? Бегать стал вдруг. Это интересно, ну ладно. Блин, закрыто, а? Сука, закрыто. А тут закрыто, а тут завалено. Жопа. И только не надо говорить, что нам в подвал. Нет. Я не хочу в подвал. Ну не надо, пожалуйста. Я не хочу в подвал идти. Это не подвал, это вниз. На первый этаж. А вот там выход. Ах ты, падла. А надо убежать отсюда. Оба. А вот и он. Жесть. Джейми Блэк, супервайзер моего.
супервайзера, человек, который посмел бы на меня посмотрел бы на меня без кожи, сраного изнасилованного, всего лишь не за повышение несколько мартини, раненый, умирающий, если уж не умер. Я пытаюсь сожалеть ему, я правда пытаюсь, но он меня ни за что не остановит от того, чтобы выбраться отсюда. Я иду домой, Лиза. Он ткнул нас, сука, ножом. Но мы должны отсюда выбраться. Должны, давай. Вставай. Ты столько проделал. Только пережил, давай. Ползем на улицу, на выход. Нахер отсюда, нахер. Солнце, свет. Выбраться, выбраться. Уже ворота рядом. Джип. Отлично, садись, садись, джип. Нет, 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 нет. Уматываем отсюда. Да я не помню, умотал. Джип там стоял или нет. We've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. А, выжил. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to lurk off but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Не загрузит или загрузит? А, ну да, ладно. Тогда изи. Ну что ж, на этом так и заканчивается DLC-шка Outlast. На самом деле, если бы не тупили, она бы заняла, наверное, часа 2,5 всего лишь. Ну, игра хорошая. Ну, много вот этих коридорных, блин, лабиринтов, которые просто ихма. То есть, мое личное мнение, мне лично не очень нравится. Так, игра хорошая, сюжет, все такое. Ждем вторую часть Outlast, которая должна выйти в 2015. С вами был Пикл Хьюар и Хикаши. Всем большое спасибо за просмотр и ждите новых игр. Пока-пока.